Итак, хотелось бы поговорить по поводу Smart Connect. Очень классное приложение, благодаря которому можно настраивать любые и перезаписывать также любые NFC-теги. Подходит для соневских телефонов, для соневских тег, для любых сторонних с Алиэкспресса. Какие теги можно записать? Решать вам, какие приложения будут открываться, как это будет работать. Главное, стоит запомнить, что это очень удобно. Тот, кто не пользовался, все-таки стоит попробовать. Вот. И сейчас телефоны в основном идут с NFC-модулем, стараются люди брать для бесконтактной оплаты. Поэтому этими телефонами очень удобно пользоваться, управлять при помощи этих тегов, на которых можно настроить дом, работу, там с собой в кошельке таскать настроенные теги под различные задачи. Записывать ключи на них можно, записывать небольшую информацию. Ну, то есть, все, что вам придет в голову, можете делать с ними. Попробуйте. Это намного упрощает ввод, допустим, пароля от рабочего Wi-Fi кому-то, либо же можно настроить на прослушивание, просмотр музыки, там, просмотр видео, просмотр определенных приложений. То есть вы приходите домой, прикладываете свой телефон к умному тегу, так называемому, срабатывает эта программа, которая открывает определенные программы, говорит вам время, подключается к Wi-Fi, ну, то, что вы на нее настроите. Это очень удобно при возвращении домой приложить возле входной двери, допустим, к NFC-модулю свой телефон, и он уже автоматически подключен к вашей Wi-Fi сети, запущены приложения, которыми вы пользуетесь дома, все работает как часы. Также можно выбрать на сайте AliExpress различные NFC-модули, NFC-метки, скажем так, вот, на которые вы сможете записать свои данные при желании, на которые вы можете настроить свои приложения. Цена довольно-таки демократичная, в пределах 100 рублей. Разные принты есть, разные логотипы, разные формы. Все ссылки будут в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока!